8 декабря в Кремлевском дворце состоится 6-й Всероссийский фестиваль народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия». Конкурс проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На главной сцене страны соберутся прославленные академические хоровые и танцевальные коллективы со всей России. В рамках фестиваля зрители увидят музыкально-танцевальную концертную программу. А пока что во всех регионах проходят отборочные этапы фестиваля, в том числе и в Коми. С 2017 года «Танцуй, пой, Великая Россия» фестиваль, который проходит в нашей стране. Вот, мы большие друзья, наверное, и партнеры вот именно с начала его создания. Ежегодно ансамбль «Асекэ» представлял Республику Коми в Кремле. И я очень надеюсь, что именно в этом году у нас не только будет наш госансамбль, наша ведущая, как это, ведущий коллектив, визитная карточка региона, но и те коллективы, которые вчера на отборочном туре отобрали наши прекрасные жюри. Заявки на участие подавали 72 коллектива со всей республики. 24 из них было отобрано жюри. Впервые в этом году принимают участие и детские объединения. Ситуация в республике нас очень порадовала. Коллективы более-менее ровные. И очень приятно то, что мы много ездим, много отсматриваем по регионам. И именно в республике Коми, конечно, наверное, это и ваша заслуга в том числе. Коллективы интересные, самобытные, с хорошей школой, с замечательным исполнительским мастерством. Вот это здорово, то, что в республике народно-сценическое искусство развивается, это видно, что есть профессиональные педагоги. Финальный гала-концерт фестиваля – это яркое концертное шоу, во время которого, как в крутящейся разноцветной карусели, будет представлена вся многоцветная, многоголосая, яркая и самобытная культура России. Кто представит республику на сцене Кремлевского дворца, станет известно сегодня вечером, когда завершится голосование жюри.